Брифинг главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики Дмитрия Анатольевича Докашенко о реализации требований ЧСПК в работе учебных заведений. В соответствии с реализацией требований Чрезвычайной противоэпидемической комиссии возобновлена учебная деятельность в школах на территории Луганской Народной Республики. Это стало возможным благодаря введенным ранее ограничительным мерам и снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в возрастной группе до 17 лет. Учебный процесс будет носить очно-заочный характер и возобновлен в первых, третьих, четвертых, девятых и одиннадцатых классах. При этом мы отмечаем, что неукоснительное соблюдение требований по организации учебного процесса позволит возобновить в дальнейшем в более широком объеме учебный процесс. В то же время мы призываем родителей, которые должны тоже принимать посильное участие, а именно – в том случае, если у ребенка выявлены катаральные явления, недомогание и повышение температуры, такие дети не должны направляться на учебный процесс, а необходимо обратиться за медицинской помощью, либо на этот день, чтобы пронаблюдать за ребенком, оставить его дома.